какой-то мужчина, сейчас он нам скажет вообще, зачем мы здесь. Я ничего не понимала. Сначала мы чуть не попали в аварию. Потом... Я вообще ничего не понимаю, я думал, что это стянуло. В мешках все время мы тут сюда ехали, потом дали эти дурацкие плащи. Сейчас какой-то мужчина. Салютики. Здравствуйте. Здравствуйте. А что нам делать? Вы знаете, что нам делать? Да, я вот здесь работаю. Ким? Меня зовут Шухар. Я всю. А там просили баран продать. Я сам не успеваю, время мало. Слышал, что вы помогаете. У вас телевизор показывает. Мой телевизор. Покупателя больше будет. Вот сейчас один человек оттуда будет гонять. Я одну туда. Вот загон надо закрыть. Вот какие надо, будет можно. Это вонючий баран? Да, это не вонючий, это же хороший баран. Вот, да, да. За качество. Да, качество. И что, нам надо идти? Да, можно от... Вот идите один человек оттуда, один отсюда. Вот потихоньку гоняйте, туда загон заходит. Я боюсь. А, не бойтесь, не бойтесь. А, как мы будем это делать? Фу, да они страшные. Один человек отсюда. Я боюсь. Ты давай отсюда, я отсюда. Закрывай! Аня, закрывайся!